Как будто я просто людей скамлю на скины, блять. Я это говорю и забираю скины в это время. Сиба, ебать, я коллекционер, ёбнутый, сука, Олег, блять. Ну надо же, ну посмотрите, какое хорошее начало, а потом такой грех совершить. И взять у меня талон на это. Что бан на комменты фиксируем? Ну, блять. Перед стримом, блять. Перед стримом. Я сейчас реально как... Я не оправдываюсь, я говорю, как было. Перед стримом я хотел расписаться, продолжить росписи делать, но не смог, потому что был бан. Почему? Потому что я вчера делал росписи, а сейчас меня разбанили, потому что уже 22 часа, понимаете? Разбань в ТГ-чате, оцени профиль, ник. Да иди нахуй, ебать. Сколько мне разбанить, оценить профиль, никнейм, блять. Может еще маме твоей на сиськах расписаться, я не знаю. И это че, ебать? А у меня с наклейками. Сейчас дойдем, может быть, спасибо. Держи СФ, анюхай попку, батя, респект твоему. Моего друга скоро день рождения, я хочу сделать ему подарок. Он болеет и уехал в Австрию на лечение, если не скинешь минус реп. Ну и кто твой друг заболел? Ну я думаю, ему денег достаточно, если честно. Я думаю, ему особо мой талон вообще не нужен. Он такой же грязный, как твоя мама. Шутники, нахуй. Бля, ну я... Эти шутники, будешь модный. Бля. Куатро, кстати, тоже пиздец ник, но как будто я его часто видел. Вот лучше его с маленькой буквы написать. С большой не надо. Ну я не знаю, просто ты мне засораешь инвентарь своими лошадью, ебаный. Вот нахуй мне эти, блядь, ишаки. Но за кейсик спасибо откроем. Обмен века. Класс. Блять, забирает. Возьми приз, он тебе принесет удачу. Спасибо. А что это вообще за МАК-10 такой? Какие-то котики там, блядь. А. Котики. Ну, блядь, издалека похоже было, не? Ну вот, смотрите. Похоже на котиков как будто. Ну ладно, не хуй похоже. Ну ладно, спасибо. Мама says I'm special. Охуеть. Люблю твои стримы, и тебя главнокомандующий приказывает оценить аву. Хорошая аватарка, ты как будто дьявол какой-то. Держи, просьба не продай. Окей, я буду хранить. Я буду хранить, я умру. Этот дигл останется у меня в инвентаре. Если он пропадет, то я его положил в... этот, в хранилище, не продал. Вот тебе, аппарат, оцени профиль, хотя бы ник здоровья маме, но я не хочу. Ну никнейм у тебя говна, блядь. Когда вы пишете в гугле, блядь, шрифт для никнейма в стиме, и потом такой ник высираете, это вообще конец. Голуби на СФ-ах 5000 червь. Кстати, прикиньте, душераздирающая история. У меня было 60%, 20% на ранге божество 3. Выиграл 4 игры, за каждую игру мне по 20% давало, по 20 ПТС. А на последней игре 19% дало, 19 ПТС, и мне одного ММР не хватило. Ну да, я вижу, что всем похуй. Вот это хороший сет, спасибо. А, блядь, оцени ник. Big Black Lazar. Ну, кстати, хороший никнейм. Ну, типа, для стима вообще, ну, неплохо, реально. А, мне вообще предметы из доты кидаете. Вы в курсе, что я КС-стример? Я очень хочу шапочку на член, он снится мне во сна. Open case? Да, go open case. Сейчас все. Ну, просто вы... Спасибо, вы ебаные твари. Вы... Одни пишут open case, другие пишут минус реп. У чела друг умирает, блядь, ты ему не скинул нож. А другие пишут у... Мне вот прям реально пишут, уебать, обнови, я тебе скинул хуйню. У меня опять гонщики за окном. Ебагру. Ну, реально, что я опять поймался на мысли, как будто я просто... Как будто я просто людей скамлю на скины, блядь. Я это говорю и забираю скины в это время. У меня ДР вчера был атак лав. С днем рождения с прошедшим. Как вообще можно в теории получить бан у меня на канале? Что ты должен такого написать? У меня, если что, в 20 раз... Лояльнее чат, чем у всех стримеров на Твиче вместе взятых. Вот за что можно было в ебать перматч? Ну ты ебать. Не, сиди в бане. Ты же вообще долб***. Блять, неодетые школьницы в Телеграме. Да идите вы на... Ну, блять. Сука, эти боты подписаны на меня с 18 июля. Эта мразь зафоловила своих ебать ботов на меня уже 2 недели назад. И ждал 2 недели. Чудо ждал. Чек профиль Гуля. Я не хочу Гуля и чекать. Чек ли наклы. О, ну это тут, ну это забираем. И чекаем профиль. Визи БТВ. Ну ни хуйни. Начиная первым, первой частью, заканчивая второй. Ну, линксы, как у меня. Профиль. Вот это хуй нормальная. Тебе нужно, короче, чате совет дам. Ну, можешь, конечно, не делать так, но просто как я вижу. Здорово, моча. Фильм будет. Короче, как я вижу, видишь, у меня в профиль. Ну, че я совет вообще раздаю? Как будто. Ладно, у меня профиль типа такой фул черный. Тебе такой же надо сделать. Это если чё. Special Profile Dying Light 2. Купить тебе надо. И у тебя будет такой прозрачный профиль. И также можно сделать зеленый какой угодно. Все гайдеры, такой плюс реп мне. Просто всем сказал секрет. Секрет фирмы, секрет фишка, очень жесткая.
Всем рассказал. Не могу расписаться. Ну, бля, могу расписаться, но не буду, блядь. Потому что там очереди еще. Ебать ты, сучка, тварь. Скайчуп. Скайчупик у тебя никнейм. Если юзб дорогой или тебе его жалко, можешь убрать. Ну как я его уберу? А, ебать, $2 на 30. Ну я думаю, можно отдать, да? И откроем все эти кейсы. Плюс реп. Да, вы идиоты? Вы в курсе, если что, я в плюсе с этого трейда на 30 баксов. Вы мне пишите плюс реп, как будто я без плюса для себя отдал человеку скин от чистого сердца, блять. Ну вы ебланы. Встречайте! На сцене Бастрон! Посмотрите на его обновленный дизайн. У него большой выбор игровых режимов. Он уже более 7 лет на рынке. Ну и самое главное, это его лучшие шансы на выпадение дорогого дропа. И все это Бастрон! Минус реп, бля, лучше плюс реп писали все-таки. Моя бабочка пизжа, считай, дарю. Блять, нет, моя бабочка пизжа. На 400 баксов, кого ты наебать решил? У меня тут расширение стима стоит. Я не простой, бля, фуфил. Мать умрет, если профиль не оценишь. Так, все, го кейс открывать. Я как раз дохуя ща взял. Big love from an Algeria. А там на русском говорят в этой стране? Я знаю эту страну только потому, что она в футбол когда-то в жизни играла. Thank you, bro. Забанят Твичем, меня забанили за безобидный смайлик. Да ну ебать! Я пробел нажал, а мы тебя не потеряли. Да ну ебать! Ну давай проверим нахуй твой безобидный смайлик. Ты даже не... Ты вообще не... Это не ты. Человек, который написал сам ты моча в донате, это ты моча. Ну реально, у тебя же никнейм похож на мочу. Посмотрите, мочь ту. Ты убираешь, ты моча. О, ебать, кстати. Не о, ебать. Ну как будто коннектилось. Ну неплохой профиль, такой-то хуйня в глаза ебет. 150 левел, кстати, ебать. Вы знаете, сколько это стоит вообще 150 левелов в стиме нахуй наебашить? Я когда себе 100 левел делал, я вообще охуел от жизни. Но вот тут ты уже Dead Inside. Катана. Катаны только Dead Inside юзают. Стало похуй. Гуль. Или не гуль, я не знаю, я не шарю. Ну, у тебя никнейм и в скобках ЧВК Редан. Ты гуль. Это гуль, а вот это любитель черного цвета. Чувствуете разницу? Так, ща я куплю... Ебать, что, блять? Я 210 предметов принял? А, ебать, у меня кейсов. Блять, что-то их так много, что даже уже впадло их открывать. Блять, что их так много-то, ебать? Сколько у меня кейсов в профиле? Вор? Да, блять, ну не вор, ну что-то их слишком много. Да ну, ебать. А, ебать, меня на вилку за... А, нет, я ебать, я тупой. Я думал, меня на вилку заскамили, мне вилку не положили к фруктикам, блять. Вот я не знаю, просто... Чё я не знаю, ебать? Все я знаю, нахуй. Рево... Ебать. А, это револьверный кейс еще. У меня живот прям пиздец есть хочет. Нужна еда. Заправка. 3, 5. 5, 6. Блять. Просчитался. 6. 3. Что? Подождите, как? А. Ебать. Я считаю 6 плюс 5 это 9. Это как? Бля, спасибо, что сказали. А как я вообще просчитал 6 плюс 5 равно 9? Ебать, я Д. Я фул Д. Днем рождения. Ну, роспись там очередь. Оу, щит! Блять, а нахуя ты мне дарил? Мне... Бля, мне чел сегодня подарил этот авик, и он мне выпал. И чё? В смысле, и чё? Он мне его подарил, наверное, чтобы... Ну, потому что у меня его нету. Нет? Бля, ну, кстати, не... Ну, я доволен. Хороший авик. Но если он мне кинет трейд через 7 дней забрать этот авик, я могу вернуть. Может, он мне выпал. Вилок дома нету? Блять. Чё цыпит, да? Блять, подождите. Мне эту эмку сегодня тоже чел скинул. Только что. Вот. Да чё за хуйня-то, блять, началась? Бля, киньте мне нож кто-нибудь, умоляю. Киньте нож. Я верну. Просто, чтобы выпал такой же. Профиль. Кидали уже нож? А, точно. Откроем кейсы, я оценю. Но это последний профиль. Последний профиль за донат, который я оценил. Больше не будет. Мне кидали уже нож сегодня, но он, во-первых, отсюда не падает. Во-вторых, он говно. Ну, в плане, я бы не хотел, чтобы мне такое... Нет, бля, не хочу, чтобы такое выпадало мне. Кстати, вот этот сик красивый. Ладно, забейте. Если бы не это, блядь, иллюминат ебучий в центре сига, то был бы нормальный скин. А так это говно ебаное. О! Ебать, вот этот скар красивый, да? Текстура охуенная вот здесь. Бля, люди научились скины делать, да? Плюс реп. Это реально хороший скин. Бля, ох, да что за хуйня? Мой день, неужели? Ебать, вы прикинь. Меньше, чем 3, меньше. Леночка, с днем рождения. Ой, бля, Леночка, ну. Бля, ну ебать над тобой роди. Ну, бля, ладно, еще это будет обидно, наверное. В день рождения так. Ну, блять, ну. Ну капец, тебе не повезло с именем.
Ну прям вообще пиздец, не повезло. На день рождения. Сегодня мой день, не? Бля, ну походу мой день, нас, мое время пришло. Только он, бля, вот прикиньте вас, вы играете в Counter-Strike, вас убивает человек с ником Skywalker, блядь, и с таким юспом. Что хочется сказать? Что? Этот авик? Пиздец, какой охуенный. Пиздец, какой охуенный. Какие 800? В любом случае. Осуждаю. На контент. О, ебать, вы знаете, сколько это? А, это хуйня ебаная. Ну, сейчас откроем, спасибо. Я, если что, зашел принять два кейсика, которые... О, вот, это то, да, я помню этот никнейм. Спасибо за кейсы еще раз. И за донаты тоже. Сейчас откроем все. Блять, меня опять занесло, я опять начинаю чекать. Да. Хуйня инвентарь, братан, хуйня. Прям залупень вообще жесткая. Человек попросил поздравить с днем рождения. Я сказал то, что у нее ник хуйня, а я еще и хорошенький оказался. Прилетело. Все, если что, заебали со своим минус-репом. Минус-реп вообще хуйня какая-то. Да? Ебать. Я завтра врубаю в ТикТоке. Бля, вот. Спасибо за капсулу, но... Такая хуйня, а не капсула. Это худшие наклейки в игре, которые есть. Знаете, сколько вот эта наклейка стоит? Ладно, какая? Вот эта вот. Но это будет дорого стоить только потому, что китайцев дохуя фанатов. А так это наклейка фул залупень. А, я даже не могу посмотреть. Ну и похуй. А, тут фиолетовый-розовый, тут нету синих. Ебать, а какого хуя мне самое хуевое падает? 20 рублей? Сколько капсула стоила? Сколько капсула стоила, мне интересно. Она стоила дохуя, я уверен. Ну, рублей 500. А. Гоя-йо куплю сейчас за 1000 по рофлу. Одну штучку. И откроем. Куда я нажал, нахуй? А чё, экран видно, не видно? О. Тут, по идее, только... О, ебать! Это заебись! Это лучшее. Это лучшее, по идее. 1000 рублей капсула, это 2000 минимум. Чё, блять? Я на комиссии проебал минус 200 примерно. Ну и чё это за хуйня? Бля, она же охуенно выглядит. Какого хуя на 1000 стоит-то, блять? Не, с хуя ли ты стоишь 1000, алло? Алло. Что здесь дороже, блять, чем Фурия? Ну как, ну, блять. Точно не Катя, Катя точно нет. Ну, Катя может быть нормальный ник, но просто у меня с Катей это пиздец. Ассоциация. У меня была Катя в этом, в школе, одноклассница. Она выше меня на 1.5 головы, а я, если что, не карлик, ебать. То есть, понимаете, насколько она была? Чик, блять, пык, нахуй, вверх. И шире меня в 1.5 раза. Ну, мне страшно было, что мне просто ебло сломают в один день. Какой у тебя рост? У меня 188. И она выше, ну, тогда в школе было, наверное, 185. И она выше меня на 1.5 головы. Wait, это сколько? Это 200, блядь. Ну, под 200. Ну, кстати, в донатах спрашивали топ-5 женских ников. В чате ценитель ников нашелся. Разбирайте, девочки, не? Со смайликом обязательно. Зефирка, убивашка, ангел в кедах. Пятый додумаете. Я не передаю приветы, но Ивану Миллеру здорово. Ну, блядь, а как вообще мне не передавать приветы, реально? Для коллекции нужно было. Ебать ты, да... Ну вот реально, вот на секунду хотя бы Twitch разрешил мне запретки говорить, я бы высказался. Ну, долбоёб. Хотя знали интересный факт, что в этом кейсе все скины делали люди. Ну, в плане на заказ. Ну, не на заказ, на конкурс. Заказ люди. Ну и хуйню я сказал. Ну, в общем, на конкурс они делали. А прикиньте, сделать искусственный интеллект, который будет сам рисовать скины. Ты просто сидишь на сигарете, запустил его, он тебе нарисовал 1500 скинов. И Valve один приняли. А ты за скин, если что, за скин люди примерно получают. Я не помню точно. В голове крутится сумма 200 или 500 тысяч долларов. За один скин. Знаете, сколько это в рублях? Я вот не знаю просто. На самом деле, реально не знаю, я не помню. 100к? 100к? Чё за мелочь ебаная? Вы чё, рофлите? Никакие не 100к они получают. Намного больше. Это же мало. Они намного больше получают за скины. О, кстати, мне сегодня такую подарили уже. Бля, ну походу мой лучший день в жизни закончился, да? Розовые пушки попадали и все, конец. Шифтаби на английском, блядь. Причем нет, здесь на русском-то нахуй. А вот сам Steam, блядь, и здесь на русском. А вот здесь на английском, блядь. И чё это? Как это вообще, ну, понять-то? Кстати, охуенный никнейм у меня у друга. О, лавки-чмавки. Охуенное название, еще и сердечко в названии, блядь. Это то, с чем я буду играть. Только оно стоит, интересно. Откуда у тебя друзья есть? Ну, хуйня. Я им заплатил, чтобы они меня в друзья добавили. Бля, вы понимаете?
Мне выпал розовый дробовик, с которым можно сломать кому-то ебало, ну, взорвать просто. Еле я купил кейс на 20 рублей. Ну, это же пиздец, не? Ну, чё за... Бля, честно сказать, я готов сейчас потратить все свои деньги, потому что я очень чувствую нож. Очень чувствую. Я очень чувствую нож. А еще чувствую, что мне нужно водичку холодную взять. И пока я отхожу, мне упал бы нож. Как было бы это красно, да? Красно, классно. Но нет. А чё, может, сразу на японский заебашить? Я помню, я один раз на японском поиграл, у меня синий экран вылетел во время стрима. Хотя я хотел какой-то интересный факт вам про Японию рассказать. Я смотрел видосы про Японию, я хотел какой-то еще один интересный факт рассказать. Про то, что по группе крови не берут, я... Да сука! Хотел, блять! Я вам говорил, что-то еще было. Чем я? Я сжимаю эспандер, и у меня микрофон трясется, когда... А, ну, блять, потому что я провод задеваю, я долбоёб конченый. Так, дальше, решающий момент. А, стоп, мне же революцию еще дать. А, блядь, нет. А, да. А, нет. Я его открыл уже, походу. Ну, прикиньте, я реально же... Я могу ну, уделаться в спортсмены, если захочу в моменте. Мне просто впадло в зал ходить. Впадло рано просыпаться, понимаете? Не, вы это так думаете, а это... Это не вы, а я 7 лет занимался тэквондо, потом играл в футбол, играл в баскетбол, блядь. Это не вы делали, а я это делал. Еще и на беговой дорожке вне стрима полтора часа проходил, кстати. И вот чел, который рофлил с того, что я ебать спортсмен. Я еще проходил на дорожке сегодня полтора часа, поэтому я сейчас в ударе ебать. Че вообще в хромокейсе, мне интересно. Я 3 капсулы за 1к рублей скинул, чекни трейды. Ну, блядь, ну просто я не знаю, верить каждому сообщению в чате, как будто меня, ну, пиздец. Я не хочу, друг. Ну, блядь, там, конечно, пиздатый кейс. Вот за привет, бля, релкер. Здорово. Никнейм говна, кстати. Но привет. Осуждаю, осуждаю. Бля, это какая-то... Вот ты, мразь, писала, да, то, что скинула мне капсулу на 1000 рублей и ебашила запретки, да? Ты. Ты. Я... Мое сердечко, кстати, реально. Ну, не, я не хочу это... Хотя... все хорошо, ребят, все хорошо. Кайфуй. О, кстати, смотрите, тут юмпик как глок, да? А тут есть где-нибудь паттерн со звездочкой? Нету как будто, да? Как будто нет, да? А где? Где тут звездочку поставить? Звезда на жопе твоей мамы. Над луной. Да и похуй, переплата 2 доллара, блять, максимум. Бля, вы вот реально, ну, я так давно не видел золотой свет. Я так его давно не видел, пожалуйста. Дай взглянуть, умоляю. О, кстати, не. Белая рыба? Кстати, это прикольный скин. Это скелет рыбки. Скин прикольный, но хуйня ебаная. Бля, вот реально. Бля, что за скины здесь? Что за хуйня, блядь? Полосатая одна. Это же говно, не? Да что за говно, блядь? Никак, нахуй, я заканчиваю стрим-карьеру. Что за говно, блядь? Самый ко... Ну, блядь, ну просто пиздец. Посмотрите на эту хуйню, это 300 рублей, блядь. Да чё, какой X-браузер-то, алло? Оу. Ну ладно, 2300 считайте. Спасибо за 2000, гос. Бля, кто пиздел? Я идеально шарю в ценах. Идеально, блядь, 0 ошибок. Идеально цены знаю. Кто пиздел? Ну, блядь, просто понимаете, мне 2 золотых... Ой, 2 золотых, 2 золотых... Блядь, да чё за хуйня? 2 красных выпало. Одна 300 рублей, другая 140, блядь. А чтобы это выпало, нужно... Блядь, там еще название Angry Mob, блядь. Как будто я просто... Angry Mob. Бля, ну по такой трек ножик какой-нибудь. Ну, перчи, тут перчи. Кстати, дигл тоже будет неплохо красный. О! Блядь, жаль под конец, сука. Неплохо, неплохо, бля. Ну розовая хуета так и сыпется. Но проблема в другом. Проблема в том, что это розовая хуета. А не розовый контент. А, ебать, контентище. Factory New, воу, what the fuck? What the fuck, нахуй? Найс, дроп. Неплохо.
Осуди, осуждаю, я все осуждаю, только это просто творчество. Глок мода не долетела. Кстати, глок с этими глазками прикольный. Чего? Губная фея это? Ебать, красотка. Чего? Ну это рублей 500? Ха-ха, блять. Да, ну денег вообще нет. Бля, ну, сука, опять прикармливает меня хуесос на гейбе. Прикармливает, блять. Я уже начинаю верить в золото. Верю. Ну а кому вы предлагаете отдавать блюгемы? Кому должны блюгемы дропаться? Я хайскилл игрок. Дохуя потратил времени, плюс стример, плюс продвигаю фейсит, контру вообще в массы, блядь. Кому, если не мне, блядь, блюгем дропать? К тому же, это только плюсы для игры. Это клип на Твиче, плюс все в ахуе. Все говорят, ебать, ты видел? И так по сарафанному радио передается, типа, передается, и потом передается к человеку, который не знает даже, что такое КС. Он говорит, а сколько он стоит? Миллион. Да ну нахуй. Во что он играет в CSGO? Да ну нахуй, пойду скачаю. Блять, это даже плюс скачивания для контры нахуй в следующий же день. Ну вот реально, по всем законам, мне нужно дать прямо сейчас блюгем. Красная хуйня прилетела. Ну и выпал книги, блять. Плюс мне, плюс мораль для меня, плюс Габену, плюс контре. И вообще, глобальный респект игре за то, что... мне такое дало. И плюс, люди, которые увидят этот клип, забайтятся открыть тоже кейсов и потратят миллионы рублей на это. Так, блять, реально? Стоп, есть кто-то, кто связан с Габеном? Пусть мне подкрутит, реально. Ему же одни плюсы от меня. Это же гениально. Ему и сейчас от тебя нихуёвый плюс идет. Блять, ну ты прав. Но так было бы умнее, плюс перспективнее, плюс... Ладно, Габен, радуешь сегодня, радуешь? А, нет, стоп, это 500 рублей. И все, кто хочет, ну, типа, мой отзыв по открытию кейсов. Открыл кейсов на... Сколько, блядь? 25 тысяч. Плюс капсулы на 20 тысяч. Выбил 1000 рублей. И то нет, блядь, 500 плюс 350 плюс 150. А, ровно 1000. Найс. Плюс комиссия 900 рублей. Бля, Габен, спасибо за подкрутку, конечно, но я не об этом говорил, блядь. О нормальной подкрутке говорил, а не о этой хуйне. Кстати, калаш охуенный, просто идеально черный. Хорошая идея. Не, иди нахуй. Ах ты, сука, какой кейс, дорогой, ну мне ж нихуя... Ебать, вы прикиньте, где-то в каком-то из кейсов, блядь, М-ка за 500 рублей, плюс 5-7 за 300, а где-то калаш за 70 тысяч. Вау. Вау, вот это баланс, баланс, найс баланс, Габен. Охуенный баланс, Габен. Я молитву. Ну, блять, ну и как отказать? АВП графит розовая 20 тысяч стоит. П2000 стоит тоже 20 тысяч. А где баланс? А где баланс? Габен, шансы-то одинаковые. Но у меня 300 рублей, а там 70 тысяч. Кейс 5К, а меня ебет. А, ебать. Ебать, я аниме. Знаете, сколько она стоит вообще? Плюс 1К? Ты еблан, чел? Спасибо. Сейчас оценю инвентарь. Ху... Бля, ну и ники. Хуакимара, блять. Ну, кстати, Хуакимара, прикольно звучит. Спасибо огромное за эмку. Эта эмка стоит 1020-15. Чё? Чё? Чего? В любом случае, спасибо за аниме эмку. Я анимешник жесткий, да. Ну, в любом случае, спасибо, но я просто... Ух ты, ебать. Ух ты, тварь какая. Сука, ты еще и... Ах ты, сука, ты еще и знаешь, что нужно стереть вот здесь хуйню. Смотрите, у меня такой жавик. Нужно стереть вот здесь хуйню, чтобы она пиздато выглядела, бля. Ну, это охуй... У тебя два авика. Ты что, еблан? Или ты всем решил показать, что ты супер гений, что знаешь, что это надо стирать? Бля, ну это охуй... У тебя охуенный сет, у тебя еще белый... Подожди, стоп, чел, ты еблан? Может, флаты разрешаются? 0.36. Ты что, еблан? А ты нахуя? Нет, вот у него, если чё, вот эти скины не трейдабл. Ой, точнее, трейдабл. А эти не трейдабл. Ты забыл, может, что у тебя эти перчатки? Задюпал? Кстати, охуенный дигл. Ой, блять, галил.
Ах ты негодяй. Бля, как я вообще Галил Диглом-то назвал? Бля, ну охуенный инвентарь. Еще теги анимешные. Сука, тоже анимешник, а? Ах ты анимешник сраный. Что это значит? Ну-ка. Салют, здорово. Спасибо за эмку, ну, спасибо за эмку, реально. Ну, охуенный у тебя инвентарь, только ты, походу, у тебя пробел в памяти, наверное. Забыл то, что у тебя эмки такие есть. О, спасибо за кит. Не знаю, походу, у тебя пробелы в памяти реально небольшие. Вот ты сука или сука? Пишет скобки, кидает миллион наборов, что-то заберет 100%. Конечно, тварь, блядь. Кстати, я какой-то видел коллаж с Ректом. Но он более синий, чем мой, 100%. Гораздо более синий, ну я не знаю.